Но вот каков будет результат, а может быть и нет. Ой-ой-ой-ой-ой, Михаил Семенов. Хорош, Михаил Семенов. Но чувствуется, что у двух главных бомбардиров ЦСКА есть своя мотивация. И Михаил Семенов, вопреки моим словам, все-таки забивает третий гол ЦСКА. Ну вот дождались. Забили больше двух. Надо идти дальше. Спасение тура мы уже отметили. Одного из кандидатов, Максима Сукрутина, причем не вратаря, а полевого игрока. Теперь претендент на гол тура. Обокрал Лукао, как в бразильских, простите, подворотнях, фавеллах. Миша Семенов там не пропадет. И черпаком над голкипером. Хладнокровие.